Иван Тихонов, юрист по образованию, а кроме того, организатор, известный ведущий конкурсов, фестивалей. Хорошо знаком с культурой города, можно сказать, изнутри. Поэтому, находясь здесь, в этом кресле, сегодня уже у меня будет уже возможность сделать наш Центр культуры и досуга «Восход» для жителей города Димитровграда поистине народным, поистине центром культуры всего города Димитровграда. Как директор, Иван Тихонов уже знает, какие стоят задачи перед творческим коллективом «Восхода». На планерках обсуждаются сценарии мероприятий, возникают идеи работы с грантовыми структурами. Принял доброжелательно наш коллектив его. Опять же, повторюсь, почему? Потому что мы все друг друга знаем. Надеемся на то, что у нас будет хороший тандем, на то, что в будущем те проекты, которые мы уже осуществили, они будут дальше продвигаться, и новые какие-то идеи. Работы впереди немало, но для любого руководителя очень важно знать, что есть люди, с которыми можно свернуть горы. Очень бы хотелось, конечно же, обратиться к жителям города Димитровграда, если у вас есть какие-то задумки по тому, как изменить культурную жизнь города Димитровграда в лучшую сторону. Мы вас ждем, приходите, мы выслушаем каждого, а интересные какие-то вещи обязательно возьмем себе на вооружение. Марина Антуганова, Анжелика Бровинок, «Наше время».